Здравствуйте, с вами Катерина Воронченко. Зима продолжает свирепствовать, сохраняется штормовое предупреждение, которое было объявлено из-за гололедицы. И вот что будет завтра. На севере днем до 3 градусов мороза, будет облачно с прояснениями и снег в расписании, а ночью температура опустится аж до 8 градусов ниже нуля. В центральных районах Дубосарах и Григориополе 0-2, будет облачно и также снег ожидается. Ночью температура опустится до 7 градусов мороза. На юге около 2 мороза ожидается днем. Будет облачно с прояснениями, также снег в расписании, ветер северо-западный 6-9 метров в секунду. И ночью температура опустится до 7 мороза. В последующие сутки местами ожидается слабый снег, а вот температура без изменений. Мне на это все. До встречи.